31 октября. Этот день в истории. Сегодня Хэллоуин, ночь накануне Дня Всех Святых. Праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Поэтому готовим костюмы, тыквы и, да, сладость или гадость. В 475 году Флавий Ромул Август был провозглашен императором. Он стал последним императором Западной Римской империи. 498 лет назад Мартин Лютер прикрепил 95 тезисов к двери церкви в Виттенберге и тем самым положил начало дискуссии о роли Римской католической церкви в епитимии, роли папы в практике продажи индульгенций. В 1864 году Невада стала 36-м штатом США. Штат известен своим полигоном, самый крупный город штата, всемирно известный Лас-Вегас. 123 года назад сэр Артур Конан Дойл опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса». В 1922 году чернорубашечники Муссолини вошли в Рим и прошли торжественным маршем перед Королевским дворцом. Это ознаменовало завершение фашистской революции в Италии и официальное начало фашистской эры. В 1956 году, во время Суэцкого кризиса, Великобритания и Франция начали бомбить Египет с целью заставить его открыть Суэцкий канал. 54 года назад тело Иосифа Виссарионовича Сталина было убрано из мавзолея Ленина. В 1984 году премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями. 30 лет назад была образована советская и российская рок-группа «Ария», играющая в жанре хэви-метал. 4 года назад, согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился 7-миллиардный житель. И да, отвечая на ваш незаданный вопрос, на планете за минуту рождается в среднем 260 детей, поэтому невозможно установить, где именно родился 7-миллиардный ребенок. А день рождения в этот день отмечает новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Питер Джексон. И помните, с нами вы всегда будете знать, что произошло в каждом из 365 дней в году.